мне идут рожки. Hey, народ, всем привет! С вами снова я, мастер игрушек смешанной техники и преподаватель курсов по их созданию Екатерина. Я искренне надеюсь, что у вас сегодня отличный день и хорошее настроение. Я сегодня вернулась к вам для того, чтобы предложить какую-то очередную интересную лепку. Я знаю, что вы мои лепки очень любите. Кстати, если кто-то из вас хочет видеть больше обзоров всяких материалов, которые я по большей части делала раньше, то обязательно напишите их в комментарии. Я почитаю и не только отвечу вам, но и, скорее всего, прислушаюсь к вашим желаниям. Те мои друзья, кто подписаны на мои соцсети, кстати, как всегда, они классически тут и еще внизу в описании. Те, кто подписан на мои соцсети, я думаю, увидел, как я выкладывала опросы по поводу того, какая из картинок, сгенерированных нейросетями на основе моих персонажей, которые я туда залила, больше всего нравится. Кому интересно по поводу нейросетей, я считаю, что конкретно для меня загружать туда свои работы не является чем-то страшным, поскольку я все-таки скульптор. Но я бы не сказала так о художниках, которые рисуют. Да, это сейчас достаточно холиварная тема. Не думаю, что у меня сейчас будет время ее обсуждать, но если вам интересно пообсуждать, пишите мне вниз, я с вами на эту тему подискутирую в комментарии. Угу. В общем, наибольшим числом голосов была выбрана вот эта вот картинка, вот это вот изображение персонажа, и мы этого персонажа сейчас будем делать. Надеюсь, вам понравится. Итак, давайте без лишних дальнейших рассуждений переместимся на мой рабочий стол и приступим к созданию этого персонажа.
И так я в очередной раз благодарю вас, что вы были сегодня со мной. Надеюсь, что персонаж, которого мы сделали, доставил вам удовольствие. Особенно мне понравились зубки. Угу. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, если хотите видеть больше таких лепных или каких-то других видео, посвященных созданию игрушек в смешанной технике. А я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока!